Здравствуйте! Вы набрали код 812. Сегодня 22 ноября. В этот день, в 1941 году, на лед Ладожского озера вышла первая колонна грузовых автомашин ГАЗ-АА. Дорога, которая стала именоваться военно-автомобильной дорогой номер 101, начала действовать 26 ноября 1941 года. Из-за усталости льда дорога за первый месяц работы переводилась на новые трассы 4 раза. Дорогу обслуживали 350 регулировщиков, в задачу которых входило рассредоточие машин, указание направления движения, наблюдение за сохранностью льда и другие обязанности. Дорога стала сложнейшим инженерным сооружением. Ее строители изготавливали дорожные знаки, вехи, переносные щиты, мостики, строили базы, склады, обогревательные и медицинские пункты, пункты питания и технической помощи, мастерские, телефонные и телеграфные станции, приспосабливали разнообразные средства маскировки. Дорога состояла из двух кольцевых трасс, каждая из которых имела два отдельных направления движения – для грузового движения в город и для порожняка или эвакуации из города. Общая протяженность рейса по первой кольцевой трассе составляла 83 километра, а по второй – 111 километров. Всего за зиму 1941-42 годов в Ленинград по ледовой трассе было доставлено 361 109 тонн различных грузов.